Сегодня более подробно расскажу про антибактериальный контейнер. Я себе взяла 1400 мл за 17,39 по каталогу. Очень классная вещь. Можно использовать в микроволновке, можно использовать в холодильнике, мыть в посудомоечной машине. Вот так вот он выглядит. Я хотела вот такой вот высокенький с клапаном для воздуха. Так. Можно вот так вот открыть, видите, переместить, воздух поступает открыто, воздух не поступает закрыто, видите. Он очень плотненький, очень удобно за счет вот с этой стороны, вот такие как язычки, очень удобно брать руками, открывать его. Сейчас я открою. Здесь внутри резиночки, то есть он плотно прилегает за счет этих резиночек. Классный, видите? Здесь внутри лежит вот такая вот решеточка. Для чего предназначена эта решеточка? Я так поняла, что она предназначена для того, чтобы лишняя жидкость сюда не попадала. Решеточку ложим, видите, вот она здесь. Такой вот грани уложим не так, а наоборот вот так, чтобы снизу оставался промежуточек. Хранить можно все что угодно, огурчики, помидорчики, ставить в микроволновку, разогревать. Вот такой плотный пластик, очень плотный, хороший, добротный. И крышечка, что я сегодня решила сюда засыпать. Я засыплю вот такие вот орешки, арахис. Так, и вот посмотрим, как они будут, как им тут будет с этим орешком. Так, насыпаем. Так, насыпаем, насыпаем. Ну, я тут, похоже, уже пересыпала немножечко. Сейчас отберем и крышечкой плотненько закроем. И они у меня будут долго храниться. Ничего с ними не произойдет за счет такой плотненькой резиночки. Теперь берем, так, еще многовато. Сейчас еще отсыпем. Так, отсыпали. И теперь точно закрываем. Вот, посмотрите, плотно закрыла. Можно воздух убрать. Можно открыть, и вот они плотненько стоят, здесь удобненько, очень эстетично. Можно взять набор контейнеров, но я пока взяла один на пробу, я думаю, что теперь возьму и все остальные. Заказывайте, вещь просто суперская, никаких три цены, и другие магазины с качеством нашей продукции точно не сравнятся.